приветствую всех подписчиков, зрителей канала, любителей спорта и спортивной одежды и обуви. Вернемся из будущего в прошлое. Рассмотрим Nike Air Max 2. Беговая классика Nike выпускалась только 2 года, в 94 и 95 годах, в 4 цветовых вариантах, 2 мужских и 2 женских расцветках, и продавались по $135 за пару. Мне посчастливилось носить модель в 1997 году. Это были первые мои кроссовки бренда Nike. Я с достоинством оценил качество и комфорт 4-камерной системы амортизации, легкость, плотную посадку и невероятную красивый дизайн. Для меня модель стала такой же неповторимой, как картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза» для любителей живописи. После 2 года выпуска в 1995 году переиздания модели не было ни разу. И также не продавались никогда в магазинах нашей страны. Первый проект был с использованием 2 передних блоков. Но в продажу поступили без них. Именно эти передние блоки далее были использованы в Air Max 95 года. После выхода модели была выпущена еще одна версия Nike Air Max 2 Lite. Она имеет много расцветок и стала легче на 30 грамм, чем Air Max 2, имея подошву из филона с оригинальной системой амортизации от Air Max 2. Кроссовки Nike Air Max 2 очень нравились спортсменам. Так Кевин Кёртис Янг, американский легкоатлет в беге с барьерами на дистанцию 400 метров, в 1992 году, ставший олимпийским чемпионом с мировым рекордом, во время тренировок предпочитал носить Air Max 2. Верх модели интересный, комбинированный, состоит из текстиля с кожаными вставками серебряного цвета. На шнурках есть резиновый значок Nike. По бокам тонкие сетки для лучшей вентиляции. Также по бокам с 2 сторон размещен пластиковый свуш Nike, прошитый обыкновенной леской. Задник с внутренней защитной пластиной предохраняет от травм. А на внешней части задника выдавлено объемное слово Air. Также есть петля для подтягивания. Еще конструкция интересна тем, что отделка внутренней части на 50% площади состоит из неопрена, который слит в единое целое с языком. На языке расположена круглая резиновая нашивка с надписью Air Max 2. Внутренняя ткань настолько хорошо тянется, что создает комфорт и свободное одевание. Технология с 2 вариантами давления в отсеках указывает на разные ударные нагрузки на ступню при беге и ходьбе. Отсеки, наполненные газом аэрсоль с низкой концентрацией воздуха, размещены в центре пятки. Тем самым обеспечивают прочность, стабилизацию и отличную амортизацию на протяжении всей эксплуатации кроссовок. Air Max 2 был большим шагом вверх в эволюции 360-х Air, поскольку он служил предшественником таких замечательных моделей, как Air Max 95 и Air Max 97. Надеюсь, когда-нибудь Nike Air Max 2 появится на полках спортивных магазинов. И я снова буду наслаждаться качеством и комфортом флагманской модели Nike Air Max 2.
ставьте лайки. С вами был Серега. До новых встреч. Пока-пока.